Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по буксу без вложений Фауса Дюк. Два дня назад я зашла на этот букс, записала видео по нему. Проверила я этот букс уже на вывод. Вывод от 700 биткоин-сатошков на прямой кошелек. У каждого кошелек свой. Смотрите минималку. Я вывожу на Coinbase. У меня там минималки нет. Я могу вывести хоть одну сатошику. Но, например, на криптонатор там минимальная сумма 10 тысяч биткоинов сатошиков. Вот. Так что смотрите по своему кошельку, чтобы монеты не пропали. Значит, давайте я вам покажу вывод. WinDraw History. И вот я вывела. У меня было 700 с чем-то сатошиков. 658 биткоин сатошиков прибыло мне на Coinbase. У меня еще они в пединге, потому что где-то час назад я заходила, еще не было вывода. Вывод идет 48 часов, двое суток. У меня немножечко, чуть пораньше, потому что я выводила уже очень поздно было вечером. И только ближе к ночи было бы только двое суток. Я ждала ночью, или же с утра. Но, тем не менее, они пришли. Вот сумма 658 BTC. 8.1.2020 года. Сумма у меня в ожидании. Все замечательно. Букс платит. Друзья, они берут комиссию. Вот я сделала заранее скриншот, чтобы вам показать, когда выводила. Смотрите, я выводила вот 700 с чем-то. Они WinDraw от комиссию 3% они берут. Плюс 50 сатох снимают. Итого у меня на сумму 652 сатохи. Так, 652. Здесь 658 у меня прибыло. Чуть-чуть побольше. Вот. 658. Все замечательно. Букс платит. Значит, я уже не буду показывать, как здесь работать. Я показывала в прошлом видео. Здесь и у меня по 20 сатошков. Что они здесь пишут? По 30 сатошек, у меня 20. Возможно, это зависит от региона, так как я в России, может, мне и меньше. Может, у кого-то другого платят по 30 биткоин сатошку. Это раз 24 часа здесь мы собираем. Далее, вот здесь же я сижу, после того, как вот здесь я соберу, я сижу целый день и вечер вот здесь по 10 сатошков. Здесь можно неограниченное количество. Мне платят так же, как здесь написано, 10 сатох каждый раз. На сайте я не нахожусь, хотя я читала комментарии, что нужно на сайте типа того обязательно находиться. Я не нахожусь. Если бы я сидела, мне бы времени не хватило на другие проекты, так как у меня есть еще буксы. Все нормально, грузится, разгадываю капчу, периодически захожу, капчу разгадываю, бывает, страничку там перезагружу. Все замечательно, все собираю. И вот у меня, смотрите, на балансе у меня 1170 биткоин-сатошиков. Нажимаю WinDraw, я вывести их сейчас в данный момент не смогу. Что они здесь пишут? Обратите внимание, чтобы не было потом недоразумений. Вы можете снимать свои доходы только каждые 7 дней. Следующая выплата доступна мне будет 13 января. Вот 13 числа я только смогу поставить на вывод. Минималка набирается очень быстро. И, конечно, буду сидеть опять на кране. И уже сумма увеличится у меня. Кому интересно, работайте. Не интересно, проходим мимо. Дело ваше. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.